Я? Ваня? А почему по полю-то ходить нельзя? Нет, ходить-то, конечно, можно, да только... Чего только? Договаривай! Далеко ли ты уйдешь? В смысле? А, это эльфийское поле, про эльфов ты слыхал? А что мне эльфы? А, что ему эльфы? Эльфы, ребят, суровые. Ха, чё это они, суровые? Чего? Да походил тут один по полю, видишь, кости валяются. Их работа. За что это они его так? За что? Траву потоптал, букашек подавил и все, труба парню. У них с этим строго, это они так природу любят. Да, прикольные чуваки. Куда ж прикольнее? Ну, спасибо, что предупредил. Да, фигня. Да, не повезло парню. Или девушке. А может, старушке какой-нибудь. Отсюда не разобрать. Да, не повезло И это еще что за свет в конце тоннеля? А это есть те самые эльфы, которые поле охраняют. А, странно. Такими безобидными издали окажутся. Никогда бы не подумал. А это че один тусуется? Отстал от группы? Нет, его прогнали за излишнюю жестокость. О как! Да вот так. Неплохая норка. С виду аккуратная. И расположение удачно выбрано. Неплохая норка. А сам-то ты поле пробовал переходить? Да пробовал. И как эльфы среагировали? А никак. С моим-то ростом и травинку сломать голяк, а букашки сами затоптать готовы. Так что эльфам параллельно хожу я по полю, не хожу я по полю. Ну и чего там, за полем-то? Да не был я там, далеко слишком, пешком не дойду. Понятно. Чего вообще по жизни делаешь? Клаву топчу. Клаву? Какую еще клаву? Я тут в смысле. Хакер я, по компам прикалываюсь. Хакер, говоришь? А банк смог бы хакнуть? Запросто. Да вот только банков у нас нет. Фигово. А пароль на компе слабо взломать? Да легко. А слыхал про сервер Кощея? Спрашиваешь? Я раньше на кощеевском серваке в Реалс их делал. Так им гадам обидно стало, они меня и прогнали. Так что у меня с ним свои счеты. А зачем тебе его сервак? Понимаешь, он там цифру какую-то все время меняет. Знаю такую фишку, и что? Мне бы ее заблокировать. Сможешь? Заблокировать, разблокировать, все смогу. Реально? Да, хреново я тебе скажу, у него сервак. Любой хакер взломать сможет. Сделаешь это для меня? Да легко. Мне бы только до компа какого-нибудь добраться. О, у бабы Яги есть тачка. Это далеко, своим ходом не дойду. Полезай-ка ко мне в карман, донесу как-нибудь. Ага, чтоб ты меня раздавил там ненароком, нет уж, спасибо. Может, птичка какая сойдет за транспорт? Шутишь? Я с нее на первом же повороте соскользну. Согласен. Ты всегда был таким мелким? Или просто питался плохо? А не все ли равно? Гены просто такие. Я просто так спросил. Сюда тебе комп, что ли, притащить? Здесь от него никакого толку. Ни электричества поблизости, ни оптового окна, ни даже простейшей сетки на 10 мегабит. Ладно, пойду поищу обходной путь. Иди, иди. Смотрю просто. Нельзя, что ли? Нельзя. Почему это? Не твое дело. Лока! Так, где Манометр.